Меня зовут Николай Желагин. Я генеральный директор сети магазинов разливного пива «Царь пива». Я сам очень люблю пиво. И я достаточно долгое время не мог найти магазин, где я мог купить хорошего, свежего, качественного пива. Я перепробовал очень много мест, точек. И в итоге приходилось покупать обычное бутылочное пиво от пивгигантов в обычных сетевых магазинах. Потому что качество того, что я пил в магазинах разливного пива, меня не устраивало. Соответственно, пришла идея сделать хороший, красивый, большой магазин. Вначале это был один магазин. Это была, скажем так, идея в чистом виде, отработка концепции. Суть идеи была в том, чтобы предложить людям большой ассортимент по разумным ценам. Я считаю, нет смысла переоценить этот товар только из-за того, что он льется из-под крана, а не продается в бутылке. На тот момент приличного ассортимента не мог предложить никто. Максимальное количество кранов в магазинах было, ну, может быть, 20. Первый магазин, который я открыл, в нем уже было 50. 50 кранов, честных 50 кранов, честных 50 сортов, которые уже на тот момент возились напрямую с завода, в том числе и из Сибири. Надежда была на то, что из-за объема продаж, то есть из-за количества покупателей, он станет выгодным. То есть не просто продавать мало и дорого, а продавать много и недорого, дополнительно обеспечив качество продукта и широкий ассортимент. Пиво мне близко, я очень люблю пиво, являюсь, без преувеличения, знатоком в этой области, как в практическом, так и в теоретическом смысле. Соответственно, прекрасно понимаю, что нужно сделать с этим продуктом, чтобы донести его качественно до каждого человека. У меня большое количество знакомых, которые занимаются подобным бизнесом, то есть разливным пивом. И очень часто в беседе с ними они называют меня маньяком или сумасшедшим. Потому что, по их мнению, я делаю очень много вещей, которых можно избежать и на которых можно существенно сэкономить. Однако, с моей точки зрения, эти вещи просто необходимы для того, чтобы доносить качественный продукт до каждого покупателя. Да, это сложно, да, это дорого, да, это тяжело. Но тем не менее, если что-то можно сделать, чтобы качество улучшить, мы это делаем, независимо от стоимости или сложности. Несколько ключевых особенностей на самом деле, если смотреть только конечную точку магазина. Хотя, конечно, это неправильно. Надо смотреть всю цепочку от завода до конечного потребителя. Да, бутылки или кружки каждого человека. Однако, в принципе, вот даже в этом магазине можно заметить, во-первых, ассортимент, который составляет 60 кранов. Это 60 честных сортов. Не просто 60 сортов, а 60 сортов от более чем 20 заводов. Если добавить к этим 60 сортам разливного пива еще 600 сортов в бутылке, то получится действительно уникальный магазин. Не уверен, что подобный магазин есть еще в России. Для того, чтобы обеспечить сохранность продукта от завода до бутылки или кружки каждого человека, нужно иметь достаточно много всевозможных затратных вещей. В первую очередь, это оборотная тара. Это очень существенное капиталовложение. Это бочки. Это кеги. Их нужно иметь очень много, и они, мягко говоря, не дешевые. Это логистика. Это свои машины, это наемные машины, диспетчера и так далее. Это целый штат людей, которые обеспечивают эти процессы. Можно было бы пойти по простому пути и обратиться к оптовику, которых сегодня достаточно большое количество, и они предлагают очень большой ассортимент. Однако, я не уверен в способе и методах работы оптовиков. Точнее, я знаю, как они работают, и меня не устраивает их в первую очередь способ работы, качество работы. Хотя по цене зачастую у них это пиво выгоднее. Любой покупатель видит только конечную цель, только конечный продукт, который он пьет. Однако немаловажно знать, чем отличается один продукт от другого. Почему иногда бывает кислое пиво? Почему иногда бывает некачественное пиво? Сколько раз промывалась пивная система? Сколько раз менялась пивная система в этом магазине? Никто не знает температуру хранения пива и в магазине, и по пути до магазина. Почему он может прийти и всегда быть уверен в качестве продукта в наш магазин? Сегодня в наших магазинах можно увидеть до 70 сортов разливного пива, из которых почти половину отданы под самые актуальные новинки крафтового пивоварения. На полках стоит более 600 сортов бутылочного пива со всего мира. В ассортимент
это не самое главное. Самое главное – это качество. Я достаточно долгое время работал продавцом в своем магазине. И многие люди задавали интересные и провокационные вопросы. А, наверное, все пиво из одной бочки. А вряд ли у вас там холодильная камера и так далее, и так далее. И некоторых людей я просто брал за руку, заводил подсобку и показывал и холодильную камеру, и количество бочек. И тогда все вопросы отпадали. К сожалению, каждого человека невозможно взять за руку и провести в подсобку. И вот именно для этого я задумал снять это видео. Для того, чтобы показать людям, как на самом деле происходит хранение и доставка пива у меня в компании. Со временем вкус людей меняется в сторону более качественного продукта. Я бы назвал это мирового уровня. Без преувеличения, сегодня в России есть масса пивоварен, которые варят пиво не хуже, а иногда и лучше, чем в Бельгии, Германии, Чехии, в Англии, в США. И именно в сторону этих сортов и смещается вкус покупателя. На протяжении этих уже, могу сказать, многих лет, действительно, я считаю своей заслугой то, что не просто удовлетворяю спрос покупателя, но в некотором роде и формирую его в сторону более качественного и более интересного продукта.